Спонсор программы «Капли Акуметил». Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил. Здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Самарские дзюдоисты вернулись с чемпионата Поволжья с чемоданом медалей. Армейцы начинают и выигрывают чемпионат Самары по маунтинбайку. Яхтсмены разыграли мемориал заслуженного мастера спорта Николая Мясникова. В акватории Самары прошла традиционная регата в честь легендарного советского яхтсмена, первого чемпиона СССР по парусному спорту Николая Мясникова. Первый старт гонки был дан еще в 1974 году. Сегодня самому юному участнику соревнований 15 лет, самому старшему 78. За медали мемориала гонялись 12 экипажей. В итоге в трех классах судов чемпионами стали «Ракета С» капитана Владимира Самсонова, «Блик» Сергея Ведманкина и «Иол» Михаила Лаухина. Лучшее время на дистанции 40 минут показал экипаж «Блика». Открытый чемпионат и первенство Самары по маунтинбайку в категории кросс-кантри выиграл спортшкольник ЦСКА Михаил Царев. Он, кстати, защитил свой прошлогодний титул чемпиона. На пьедестал почета поднялись еще два его товарища по команде – Александр Барабанов и Артем Пестриков. 18 медалей завоевали самарские дзюдоисты на чемпионате Поволжья. В Перми боролись мужчины и женщины. Сборная региона была многочисленная – 35 спортсменов. И половина вернулась домой с наградами. Золотыми поединками отметились Мария Персидская, Кристина Румянцева, сестры Костенко, Мария и Валентина. У мужчин чемпионом Поволжья стал Алико Джиланзе. В наградной копилке у сборной Самарской области еще пару серебряных и 5 бронзовых медалей. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.